В основу обсуждения на совещании руководителей школ, средних и высших учебных заведений города был вынесен кадровый вопрос. Он насущный вопрос, особенно для нашего города в настоящее время, потому что мы заинтересованы в том, чтобы наши дети оставались в городе, а дети – это выпускники. Выпускники образовательных учреждений, школ, это выпускники профессиональных учреждений СПО и выпускники, конечно, высшей школы. Будущие кадры нужно готовить со школьной скамьи. Необходимо создать все условия для молодежи, чтобы она оставалась учиться и работать в родном крае. На сегодняшний день у нас есть такая пропасть – школа, образовательное учреждение и предприятие. Мы должны выстроить единую цепочку. Вы, как директора школ, так как вы жители этого города, очень заинтересованы, чтобы наши детки оставались здесь. Экономисты, юристы и управленцы на рынке труда не востребованы. Необходимы инженеры и системные администраторы, рабочие профессии. Выпускники школ должны быть четко профориентированы, и начинать эту работу нужно как можно раньше. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.